Ребята, всем привет, с вами Александр, блин, забыл уже свое имя, да, заработался. В общем-то, у нас эволюционная борьба, 18 часов, у нас там, короче, зубодробящие битвы ждут, сдвиг ледников придется перенести на завтра, завтра буду снимать, да, ну, а сейчас у нас вот такие вот парнишки. Ну, пока что это так, разминка, можно сказать, у меня наконец-то, спустя 5 дней, да, освобождается пахигалозавр. Ну, давайте пока его брать не будем. Можно взять здесь... кого бы взять? Ну, допустим, вот этого парня взять. Давно не брали. Можно взять... Ну, тут нужно брать индораптора хотя бы, да? Эрлика, ну попробуем. Я стараюсь брать таких ребят попроще. Ну, давайте хотя бы раз его укусим, потому что Индоминус у нас долго не проживет. Но мы за ним скучаем, да? Жаль, что Индоминус слабоват. И Церазинозавр просто вчетверо сильнее. То есть у него в два раза больше жизни, в два раза сильнее удар. Итого преимущество четырехкратное. Но ничего, мы просто так не сдадимся. Мы сдадимся вот так. Ха! Он боится нас, да, Индоминуса стоит бояться. На один. Это было очень подло с его стороны. Вы так не считаете? Взял и на один проатаковал. Блин, теперь все, что я насобирал, считаешь, что коту под хвост. Ну хотя бы не зря потратил. Хоть их защиту поставил, а если бы он их перенес, то было бы печально. И пробил. Черт подери, я не рассчитывал на это. А, ну мы пролетели, блин. Пролетели, да. Не хватило все-таки силушки богатырской нашим динозаврикам. Ну ладно, это было вполне себе предсказуемо, но можно было бы, если нам чуть-чуть повезло бы, мы могли бы это дело пройти. А, стоять. То есть он меня за 4 типа не пробивал, да? А, ну давай вот так. Нам дают шанс победить. Мне 3 хватит балла. Ха-ха-ха, он сейчас стопудово атакует. Ну он же не рассчитывал, что я прям так выкрутился, ребята. Ага. Все уже подумали, небось, что я проиграл. Но нет. Или вы все-таки верите в меня? Напиши в комментариях. Ты думал, что я проиграю или что я выиграю сейчас? Так, давайте смотреть дальше. О, у нас вот такая вот уже чехарда идет. Давайте возьмем пахигалозавра. Возьмем. Блин, ну амфибию брать здесь, конечно, не с руки. Давайте травоядного возьмем. Ха. Там, кстати, травоядный птерозавр, то есть травоядный здесь вполне себе неплохо зайдет. Подменяться, я думаю, он не станет. Да, мы никого не боимся. Так, что там у него по баллам? Давайте смотреть. Ух ты, 5 баллов насобирал. Ну давай уже, пора атаковать. На 4. Молодец. Раз, два, три, 4, 5. И 2 поставлю. Я не досчитался. Б.
блин, бывает такое. У него, вот он поднялся на 3 балла. Давай, атакуй на 3. Молодчиночка. Умничка. Так, у него сейчас по нулям. Мы делаем вот так. Вот так, ну, к сожалению, не совсем так, как я хотел, да, потому Сигназуха я сейчас уже защищать не могу, потому что он его пробьет. Он сейчас железобетонно атакует на 4, он 100% знает, что нас может убить. И он это делает. Но нам как бы фиолетово, потому что мы победим. На 3. Ну, пробил он Пахика. Нет, не пробил. Ха-ха-ха. Ну ладно. Пахик у нас сегодня и так потрудился. Давайте цыпленочка выпустим. Ну так, целое стадо пеликанинимов сейчас и съест одним ударом. Амон. 80 тысяч. Ну, 8 штук, короче. По урону, да? Фух, так, ну что нам там напоследок? Ха-ха, ага. Так, кем будем сражаться? Ну, как-то, блин, ну тут изи-катка будет. Изи-каточка, да? Ну давайте вот как-то его сделать так, чтобы... Ну вот так. Даже не буду 40-го индораптора брать. Это будет слишком легко. Ну у него пахики первые. Мой там терыч, короче, будет чинковать на раз-два. Ну одного, наверное, едончика можно забрать. Так, вот что у нас сейчас? На раз, два, три, четыре, блин, ну, конечно. Ну, у него следующий тоже идет. Мало, ему придется потратить 3 балла из 4, чтобы пробить моего юдона. А, ну, то есть на все 3 он сейчас. И еще он обязан атаковать, у него выбора даже нет, ребят. Ну, тут вообще такой сейчас будет быстрый, легкий размен. Но метрия Фадона я защищать не буду. Смысла нет. И более того, он сейчас опять обязан меня будет атаковать. У него будет 4 балла, он меня атакует на 3, если у него удар больше, чем 5600, либо на все 4. 5600, 5700, к сожалению, на 3 он меня проатакует, но тем не менее мы все равно победили. Ну, напомню вам еще раз, да, если противник... У противника хватает баллов, чтобы пробить нас сквозь даже все наши очки. Ну, если он предполагает, что мы все свои очки, которые у нас были, поставили в защиту, и у него баллов все равно хватает, чтобы пробить нашу защиту, он обязательно проатакует, то есть 100%. То есть противника можно заставить проатаковать. Просто у вас должно остаться баллов меньше, чем у него, и он точно атакует. Он в таких случаях не будет там как бы переносить, там пытаться сохранить и так далее. Он не шибко хитрый. Так, ну и в общем-то наборы ДНК. На этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.